У Бахытбека Джумаманбетова от односельчан нет отбоя. Он известен по всему Ахталинскому району. К нему ходят не только отремонтировать обувь, но и заказать новую. Не было работы. Дома по мелочам занимался ремесленничеством. Членом семьи ремонтировал обувь. Потом начали приходить соседи, друзья. И сам не заметил, как вовлекся в это дело. Так уже 20 лет. Материалы для работы ему из Бишкека отправляет друг. С учетом сельской местности, Бахытбек свои услуги сделал доступными. Ремонт стоит от 100 до 150 сомов. Новую же обувь из своего материала он шьет всего за 500-600 сомов. С гордостью говорит, что ее можно носить несколько лет. Сейчас большой спрос на массы. Кожу и замочки тоже покупаю в столице. Одна пара стоит 250 сомов. Если же они со своим материалом приходят, то плату беру лишь за работу. К примеру, один массы шью за 3 часа. У 36-летнего мужчины инвалидность первой группы еще с одного годика. Тогда он не получил прививку от полимиелита. Лечение оказалось неэффективным, но он не пал духом и не позволил болезни поставить крест на своей жизни, чем заслужил авторитет родственников и друзей. В знак уважения друзья подарили ему машину собственной сборки. Каждый принес запчасти от разных авто, и в итоге старый запорожец превратился в железного коня под названием «Тулпар» с ручным вождением. Фара семерканка, туманник универсальный, решетка семерканка. Фары и решетка, мотор и радиатор от «Жигулей», туманник универсальный, зеркало тоже универсальное, ручка собственная от «Запорожца», сиденье обшили заменителем кожи. Обладатель необычной машины – кормилец большой семьи. У него 2 сына и 2 дочери. Печется он и о своей матери и младших братьях. Без согласия Бахыта мы не принимаем ни одно решение. Пусть по дому или хозяйству все советуемся с ним. Он с детства трудолюбивый. Бахыт пример для подражания не только сельчанам. Его история убедительно говорит, что невзирая на физические недостатки, можно достичь мастерства в своем деле. Дамира Базарбаева, Бекназар Ширманбетов, Общественный первый канал, Ахталинский район, Наринская область.